А если ты мне нравишься? Может, я ищу кого-то настоящего, чистую, своеобразную, ни на кого, кроме себя, не похожую. Но что бы то ни было, я завоюю тебя, Хазан. Сестра! Сестра, я иду за хлебом. А? Я схожу, сестренка, я схожу. Ты это... Да что я делаю? С кем я связываюсь? Ты к дому моему приехал? Ты ко мне домой приехал? Подлец! Камня нет! Нет никакого камня! Негодяй! Хазан, что случилось, дочка? Нет, ничего, сестра. Ничего, негодяй. Странно, машина какая-то. Браво, Селин, молодец. Не смогла забрать телефон. Посмотри на меня, я осталась ни с чем. Она же не смогла сделать пару селфи. Человек, которого мы ждем. Алло. Алло, я пришел, куда вы сказали. Я вас не вижу. Иду. Привет, я Селин. Это я с тобой разговаривала по телефону. Кажется, ты не хочешь, чтобы я знала твое имя. Прошу прощения, я Есин. Кажется, ты не хочешь, чтобы я знал твое имя. Всего доброго. Очевидно, ты хорошо позаботился о нем. Ты ведь в баскетбольной команде, да? Можно и так сказать. Ладно, до свидания. Мы тебя утомили. Может, зайдешь внутрь? Мои подруги хотят поблагодарить тебя. Не стоит, спасибо. Доброго вам вечера. Что случилось, Селин? Ты не смогла его пригласить? Не клюнул, кажется. Его номер у меня, дорогуша. Но я думаю, стоит ли мне с ним связываться? Сестра, этот хлеб черствый. Почему не купила? Свежего не было. Ешь, я же подогрела. Что с вами происходит? Болтаете без умолку. Голова пухнет. Вы обе странны этим вечером. Ладно, всем приятного аппетита. Дай денег. Зачем? Вчера присмотрела шубу, куплю ее. Трубы поменяю, дочка. Мастерам заплачу. Я сама сделаю. Сама справлюсь. Еще чуть-чуть, дочка. Еще чуть-чуть, и у тебя борода появится. И правда, сестра, как ты это сделаешь? Это мужские дела. Если есть инструменты, то что в этом такого? Куплю в нашем магазине. Брат Исмаил даст рассрочку. У тебя что, нет денег? Аванс уже не дают. Аллах, можно по очереди? Не все сразу. По очереди отправляй. У нас разные миры. Попытка перейти через пропасть, разделяющую нас, способствует только вашему более жесткому падению на землю.
Кто вы такая, чтобы отчитывать меня за какую-то порванную фотографию? Ударьте. Это не та игра, которую судьба играет с Фазилет. Ударьте! Бейте! И вы бейте! Пусть сердце Фазилет, которое услышало такое, превратится в камень! Пусть превратится в камень! Где этот телефон? О! А это что такое? Хазамби! Я забыла про эту бумажку. И так близко к нам. Пусть вилла подождет немного. Ха. Давайте узнаем, что сделал Хазмбей бедной женщине. Нет, ты спроси, они что, смеются над нашей болью? Что это за ошибка такая, Узлемханум? Вы шутите с нами? То есть нет, у нас будет 7 дней, как умерла моя свекровь. Утром просыпаемся, а перед нами только один лебедь. Вы что, издеваетесь над нами? Что бы вы ни говорили, вы правы, Есиминханум. Поверьте, мне так неудобно, немедленно отправлю коллег забрать статую. Сейчас же. Хорошо, поторопитесь. Не нервируйте нас. Хорошо, госпожа. Идиоты, расшатали все мои нервы. Все должно было быть таким прекрасным. Точно так, как мама того заслуживала. Мы были очень счастливы. Тогда я снова позвоню им. Мы не отправим обратно статую. Позвоните нашим близким и друзьям. Мы не сможем устроить празднование годовщины. Но мы устроим церемонию воспоминания для Севинш. Правда, папа? Это здесь, значит? Да, Фазилет, смотри. Ты Бога благодари за свое положение каждый раз. Когда ложишься и встаешь. Смотри-ка. В каких домах только люди не живут. Алло, Ханум? Госпожа! Вы ищете Керимина Ханум? Да, но ее, кажется, нет дома. Нет, она ушла пораньше. На работу ушла? Нет, нет у нее работы, но по утрам куда-то уходит. А, с утра пораньше они всей семьей, муж, жена и дети. Нет, нет, у нее детей и мужа нет, Кирими одна живет. Когда вернется? Добру ли, почему ты ее ищешь? Меня послал один ее знакомый, чтобы узнать, как у нее дела. Хорошо. Позволь, я пойду уже. Доброго вам дня. А что передать-то? Кереме, а? Кереме. Ты погоди, Кереме Ханум, погоди, тебе не сбежать от Фазилет. Пока не разговорю тебя, не сбежишь. Брат, ты испортил машину?
Вчера на фотографиях видел, вся разбита, никаких проблем нет? Все в порядке? Нет, братан, уже все рассосалось. Ты посмотри на него, придурок, рассказывай так, будто просто споткнулся. Просто потеряли еще одну из наших жизней. Хорошо, ладно, мы все поняли про аварию, но кто это была рядом с тобой? О, расскажи про девушку, видишь, девочкам любопытно. Ничего любопытного. Извините. Да, милая. Что делает паршивец? Кто рядом с ним? Мы сами, я его задержу. Ты только не переживай. Хорошо, где вы? Хорошо, я еду. Не рассказывай сказки. Она не твой типаж. Ты этим хочешь нас окормить? Кому нравится, съест, а кому не нравится, останется голодным. Ты опустил планку после Ниль. Жаль, бедный. Хватит, мне уже плохо. Что, мы будем о временных девушках говорить? Девушки, минуту. Синан Бей серьезен в этом вопросе. Не так ли, Синан? А, только лебедя вам не хватало. Наверное, это и есть быть богатым. Не знают, куда деньги девать. Мне совсем не понравилось. О, смотрите на этот переговорный стол. Я не буду вам мешать. Продолжайте без Синана. Ставка 1:10. Скандал обеспечен. Да, Синана, все равно. Вижу, ты продолжаешь, не сбавляя скорости. Вечером, помянув маму, ты даже в клуб пойдешь. Короче. Вечером при наших отцах мы будем вынуждены смотреть друг на друга. Я пришла поговорить, как двое цивилизованных людей. Двое цивилизованных людей? Что шло следом? А, культурные отношения, не так ли? Придумал, давай сделаем так. Два культурных человека закончат свои отношения на уровне моря. А? Хорошо? Так пойдет? Вот так пойдет. Пусть постирает футболку, я потом заберу. Ты действительно псих больной? Придурок! Идиот! Что смотрите? Что это он делает? А это не Синан Эгемен? Да он такой красавчик. Давай сфотографируем. Ой, посмотри на этого парня. Ему не холодно. Это же Синан Эгемен. Похоже на него. Спасибо большое. Это вы сообщили нам в последний момент? Теперь как миленькие отправите нам этих официантов. Что значит, что у вас другое мероприятие? Что я буду делать? Правда, я вас помучаю. Помучаю еще вас. Эти официанты сюда приедут. Уже который час, а эта ведьма Фазилет еще не пришла. О, может, она вообще не придет. Вчера что, зря получила по заслугам? Слава богу, ей недолго осталось, и мы избавимся от нее. О-о-о, хорошо, что мы и сегодня пришли. Проходи, проходи, госпожа Фазилет. Сколько тебе еще работать у нас осталось? Милая моя, скорее ты покинешь этот дом, а не я. Закончите все дела до полудня. Вечером у нас мероприятие на 30-35 человек. Нужно подготовиться. Гюльтен, твой выходной сегодня отменяется. А на помощь приедут ведь, не так ли, Ясемин-ханум?
30-35 человек. Сколько официантов будет? 2. Официанты вы. Приходите ко мне, поговорим о деталях. Она говорит 30-35 человек. Сказала бы уже 40-45, но имейте вы совесть. Там будет 50. Минимум 50. Вам конец. Оф, боже. Фазилет ханум, хотя бы приготовьте лекарство Гюзеде ханум. Его добавляют в кипяток. Что за лекарство? Сделаю, сделаю. Это лекарство и в моем деле пригодится. Опаздываю. Доброе утро, Эдже. Доброе утро. Значит, без стыда и без совести продолжаешь носить это кольцо? Тетя Шукрия, послушайте. Мы дали слово. И нравится вам или нет, но мы любим друг друга. Ха-ха, посмеюсь, чтобы гремучая змея гремела не попросту. Как вам не стыдно, тетя Шукрие? Какую мою подлость вы видели? Отдай мне это кольцо. Что вы делаете, тетя Шукрие? Я тебе палец вместе с кольцом оторву. Что отдай ты делаешь? Мне. Отпусти, что ты делаешь? Почему не любишь меня? Ты дочь своей матери. Своей игрой можешь обмануть только моего сына. Я тебя по твоей маме знаю. Сейчас ты радуешься, что подпортила отношения сына с матерью. Зачем мне радоваться, тетя Шукрией? Разве я хочу, чтобы Есин с родителями ругался? Я знаю эти крокодильи слезы. Я заберу у тебя сына, как и это кольцо. Отпусти! Отдай. Что ты делаешь, тетя Шукрии? Отпусти! Вот и нашла свое место. Как и тебе, этому кольцу место на свалке. Дитя змеи! Бедная девочка, в какое положение поставили ее? А? Перед твоим уходом довелось и чаю из твоих рук выпить, Фазилет ханум. Если хочешь, еще налью? Нет, нет, 3 стакана для меня много. Так значит, ну как хочешь. О, как бы не сглазить. Я из-за этой работы на свадьбу не иду, а ты чай пьешь. Ты, наверное, расстроилась, что не идешь на свадьбу. Давай я и тебе чай налью, чтобы успокоилась. А? Разве есть время чай пить? Ты здесь не живешь, поэтому не знаешь. Давай, Нармин, поторопись. Хорошо, хорошо. Я тогда сначала... Что случилось? Отойди, отойди! Что случилось? Эдже? Эдже! Что случилось? Женщина столкнула меня на свалку. Что за свалка? Что за свалка? Только что волосы мне не повыдергивала, старая ведьма. Хорошо, успокойся. Расскажи мне все. Нармин? Нармин, ты в порядке? Нармин?
Отзовись, Нармин! Нармин! Девочка! Нармин! В унитаз провалилась? Как ты будешь работать этим вечером? Нармин! Не слышит. Что с ней случилось? Она не отвечает совсем. Нармин! Что это? Это лекарство Гюзидеханум? Что ты сделала? Конечно, ты добавила это в чай, да? Ты отдай-ка мне это. Ты хочешь пойти на эту свадьбу или не хочешь? Отвечай, хочешь или не хочешь? Послушай, это возможность. Пойми же, вы обе ели одно и то же и отравились. Притворись, что у тебя болит живот. Делай так и уходи, чего ты еще хочешь? Гюльтен? Что здесь происходит? Вы вместе работаете, вместе и развлекаетесь? Что это за очередь? Это Ясемин Ханум, Нармин. Ей плохо стало. Ай! Мне тоже как-то плохо стало, Ясемин Ханум. Живот болит. Ты издеваешься надо мной сегодня? Они обе отравились тем, что ели вечером. Курицу ели. Пищевое отравление. О, это ужасно. Человеку ой, так плохо становится. Ему все время хочется... Ладно, хватит, хватит. Что случилось? Ты в порядке? Вы двое. Сейчас же идите к врачу, чтобы я вас не видела. Быстро, быстро, немедленно. Жаль, очень жаль, ей-богу. Что я буду делать? Я бы хотела быть рядом с вами, но, к сожалению, я не остаюсь на ночь. Все болит. К тому же, в моем возрасте такая работа уже не для меня. Эти церемонии, угощения, столпотворения совсем не по мне. Вы остаетесь. Разве мы так договаривались? Нет, я не могу спать без своей кровати. И моя подушка мне нужна. Я ее обнимаю. К тому же у меня нет ночнушки. Без ночнушки нельзя, я не смогу. И потом по ночам у меня тахикардия. Лекарства остались дома. Невозможно. Я не могу спать здесь. И дочерей рядом нет. От этой тахикардии у вас, видимо, уши заложило. И если я сказала, что вы остаетесь, значит, вы остаетесь. Идите к себе домой. Переоденьтесь, возьмите свою подушку и быстро вернитесь сюда. Немедленно. Будет лучше, если мои дочери будут рядом. Тебе еще и 18 нет. Надела кольцо. Ты с ума сошла? Сестра, разве дело в возрасте? В возрасте? До моего дня рождения осталось совсем немного. Я что, ребенок? Ребенок! Прости, но ты ребенок с этим идиотским кольцом на пальце. Маленький ребенок. Добро пожаловать, Шукрия Ханум. Добро пожаловать. Еще и сестра называется. Послушайте ее. Послушай меня. Я потому и говорю, что я твоя сестра, понятно? Ладно, ты ребенок. А я Син. У тебя нет, но я думала, у него хотя бы есть идеалы, какая-то цель. А ну вы два маленьких ребенка. Так значит. Спасибо, сестра. А я еще как дура расстраивалась, что скрывала от тебя. Но ты, оказывается, ничем не отличаешься ни от мамы, ни от этой ведьмы. Спасибо тебе, сестра. Спасибо большое. Не кричи на сестру. Пусть хоть один человек захочет, чтобы я была счастлива. Пусть хоть один человек захочет. Я думаю о твоем будущем. Ради бога, Эдже. Я твоя старшая сестра. Я хочу тебе добра. Хочу, чтобы ты училась. Чтобы поступила в университет. Какой университет? Кого ты обманываешь, сестра? Кого ты обманываешь? Ты меня обманываешь или себя ты обманываешь? Кого ты обманываешь? Я не могу. Я не могу. Поняла? Не могу. Я читать научилась только в третьем классе. Ты помнишь, что делали дети со мной в начальной школе? Помнишь? Ты помнишь?
Ты помнишь, как они кричали мне вслед? Ты помнишь? Тупая Эдже! Тупая Эдже! Тупая Эдже! Не делай, не делай так, не делай! Не делай так! Глупая, глупая! Ты не глупая! Позанималась бы немного! Не понимаешь! Ты не понимаешь! Ты все еще говоришь, занимайся! Я не доктор, мне адвокат, не архитектор! Я не та девушка! Я только мамина мечта! Или мамины мечты осуществляться, или Исина! Я либо пользуюсь своей красотой, разбогатею, либо выйду замуж за Исина и буду счастлива. Мама, Исин, а ты чего хочешь? А, ты? Хоть раз подумай о себе. У тебя нет мечты. Нет. Нет. У меня нет мечты. Даже если бы она у меня была, кого это волнует? Чего вы кричите? Что с вами происходит? Посмотри на них, а? Одна в школу не пошла, другая на работу. Как прекрасно! Что происходит? Мама, она сведет меня с ума. Я как раз выходила, но она пришла вся в слезах. Я подумала, что что-то случилось. А оказывается, у нее живот болит. Что-то сегодня у всех животы болят. Я заварю тебе травяной чай. Пройдет. Давай, собирай вещи. Мы уходим. Куда? Сегодня мы гости на вилле. С ночевкой. Отмени вечернее совещание, я буду дома с семьей. Хорошо? Я Газбей, там... О, я думал, принесли мой кофе. Добро пожаловать, брат. Ты будешь кофе? Что ты здесь делаешь? Я поправился и вернулся к работе. Это уже не твоя работа. Боже, боже. Значит, патрон так захотел? Дружок, я дал тебе прекрасную возможность. Но ты опозорил всех нас. Твои дела с этой фирмой закончились. Минутку, минутку. Ты не можешь меня уволить, когда захочешь, понял? Я занимаю такое же положение, что и ты. Какие прекрасные грезы. Ты превратил компанию в свою игрушку. Иди и расскажи о своей проблеме отцу. Ты зациклился на моей личной жизни. Ты осознаешь это? Личная жизнь? Кстати, я навел справки про эту твою девушку. Есть вещи, которые не вяжутся. Имей в виду, это моя последняя услуга тебе отныне. Насколько ты серьезно воспринимаешь нашу семью, компанию, свою возлюбленную, настолько серьезно я буду относиться к тебе. Замечательно. Потому что я действительно серьезен. Не останусь. Ни за что в жизни не останусь. Я даже перед воротами этой виллы не пройду. Не кричи, язык отрежу. Я прекрасно знаю, чего ты добиваешься. Сил нет с тобой спорить. Я не позволю нас принижать. Так значит. Тогда скажи своему светскому возлюбленному, чтобы он отдал должное твоей сестре. Не называй его моим возлюбленным. Смотри. Смотри на эту пацанку, видишь? Как она грубит своей матери. Посмотри. Смотри. Делайте, что хотите. Я никуда не пойду. Не хочешь, не иди. Больно надо. Что уставилась, дочка? Давай, собирай вещи. Бери ночнушку. Красивые платья бери. Что еще нам там нужно? С виллой покончено, Дже. Конец либо вилле, либо мне. Я тоже не иду, мама. Что ты сказала? Сказала, что не иду. У меня завтра экзамен. И потом сестра не идет, зачем мне идти? Ты только сейчас вспомнила про экзамен. Ты издеваешься надо мной, дочка? Дочка, послушай, твой экзамен – это вилла. Твой экзамен – это стать первой в этом конкурсе. Мама, мне надоело прислуживать. У меня не получается, я не могу, ты понимаешь это? Ай, вы посмотрите на эту бедняжку. Твоя мать отводит тебя на виллу, чтобы ты прислуживала. Твоя мать обожает прислуживать. Иди,
Посмотри. Посмотри, что я тебе сейчас покажу. Смотри. 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 Видела? Видела? Они твое фото разорвали пополам. Они наши мечты, надежды разорвали пополам. Дочка, почему ты этого не понимаешь? Почему ты этого не понимаешь? Если мы сдадимся, то не получится это, уже пойми. Мама, уже не получилось. Не получилось, поняла? И не получится. Даже я это поняла, а ты не понимаешь. Это дело закончилось, поняла? Они не сделают поблажки. Пожалев нашу семью, они не выберут меня лицом компании, понимаешь? Пойдем мы на виллу или нет, ничего не изменится. Я не могу идти на эту виллу. Они нас постоянно унижают, относятся очень плохо, поняла? Я не хочу, чтобы эта вилла зря появлялась в моих снах. Не хочешь, значит? Тогда идем. Я покажу тебе, что ты хочешь. Мама! Раз так, то я тебе не мать. Иди. Мама, что ты делаешь? Я тебе не мама, иди. Мама! Мама, открой эту дверь, открой, мама! Жаль. Мама. Труда, который я на тебя потратила, молитвы, что я читала ради тебя, мне жаль. Мне очень жаль. Мама, мама, открой! Открой дверь, мама! Моя обувь! Мама, открой, мама! Мама, открой! Интересно, твой мягкотелый муж, когда дом затопит, поможет нам? А? Кто получит по заслугам от судьбы, не набравшись храбрости, Фазилет? Кто? Или все, или ничего. Мама, наш дом. Идешь или остаешься? Отвечай. И здесь не получилось. Следующий. Я звоню по поводу работы. Если вы свободны, я могу прийти прямо сейчас. Нашли уже. Хорошо, спасибо. Легкой работы. Что происходит? Что происходит? Мама! Эдже!
дом. Дочка, легкой работы. Что здесь случилось? В прошлом месяце также дом деверя затопило. Да. Сочувствуем, все пропало. Я справлюсь без проблем. С ней поговорить не получается. А что случилось-то? Ты вчера появилась в газетах вместе с Элитой, а сегодня смотри в грязи. Чего только не бывает в этой жизни. Давайте, сестры, давайте. Ой, ненормальная. Какое мне дело до твоего деверя? Мама, тебе наш дом не жалко? Господи, да пропади он пропадом. Дом? Разве это дом? Дыра! Дыра! Не начинай. В наше время не имеющий храбрости не имеет хлеба. Пойми это. Нам нечего терять, Эдже. Но много чего можно добиться, дочка. Мама, тебя послушать? Мы не прислуживать пришли, а насовсем. Погоди. Сначала разместимся. А там одному Богу известно. Мама, о чем ты? Сколько дней мы останемся в чужом доме? Столько, сколько надо. На вилле мы получим то, что заслужили. Дочка, как зовут твою мать? Как? Фазилет. А, если твою мать зовут Фазилет, то она не вернется из виллы с пустыми руками. Давай, пошли. Пошли, иди, иди, иди. Прошу, правда, твое нахождение здесь – это глупость. И твое нахождение здесь очень глупо. Что такое? Не понравилось? Нет, это… Это мой дом. Дом. Вот вам,
Правда жизни, Синанбей. Не все живут, как вы, в не знаю сколько этажных виллах. Трехэтажный. И не все рождаются такими везучими, как вы. Дедушка отца был рабочим на стройке. Это тоже везение? Жизнь не всем дает одинаковые шансы. Не все живут на виллах с видом на море. Некоторые называют такие места домом. И знаешь, очень любим свои дома. Ты полюбишь, конечно. И у твоего дома есть пролив. Посмотри только на эту воду. Зачем? Зачем ты играешь со мной? О, проклятие, проклятие! Я же тебе говорила, посмотри на свой вид! Ты намок, разве можно так? Ты весь промок, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? С твоего позволения, я найду что-нибудь сухое для тебя. Где найдешь? В этом доме нет мужчин. Машина приехала. Вторая за сегодня. Да, точно. Это правда? Что за день такой? Бог в помощь. Вчера ночью я побежала за тобой, и ты не остановился. Набрался смелости и пришел до самого дома? Я вчера тебя не видел. Если бы увидел, остановился бы. Сейчас, как видишь, я перед тобой и не убегаю. И я пришел поговорить. Я не отниму у тебя много времени. Задам только один вопрос. И, по-моему, ответ на него очень простой. Почему ты, твоя мама и твоя сестра прицепились к нашей семье?